В этом видео мы раскроем вам несколько инсайдерских секретов о молитве. Что я заметил, так это то, что у многих преданных иногда во время молитвы присутствует неуверенность. Они молятся со страхом. «Я хочу, чтобы это произошло. Кришна, пожалуйста, помоги мне в этом. Пожалуйста, сделай так, чтобы это произошло. Я сам не могу этого сделать. Или помоги мне сделать так, чтобы это произошло». А с другой стороны, есть страх, что если этого не случится, то будет много страданий, много боли, горя и трудностей. И еще есть такое настроение. Я не знаю, исполнит ли Кришна это желание. Я не знаю, хочет ли он этого. Я не знаю, слышит ли он меня. Я не знаю, заслуживаю ли я этого. И такого рода молитва не является сильной, потому что в ней недостает веры в Кришну. Я не знаю, исполнит ли он мое желание. А если не исполнит, то что тогда будет? Я предлагаю вот что, и вы можете это практиковать. Попробуйте и увидите, сработает ли это в вашем случае. Молитесь с верой, с предвосхищением того, что Кришна исполнит это желание. И вы уже видите перед глазами эту картину, как Кришна исполняет то, о чем вы молитесь. И вы уверены в том, что это произойдет. Такую молитву я называю молитва с верой. Это иное сознание, другой способ молиться. Это простая идея, но когда вы молитесь о чем-то, то в своем воображении уже видите, как то, о чем вы молитесь, становится реальностью. Это короткое видео, и я не хочу слишком много говорить об этом. Но это совершенно другое дело. По своему опыту знаю, что это нечто совершенно другое с точки зрения сознания, в котором вы молитесь, и особенно в том, что касается результата. Ведь если у вас есть вера в то, что Кришна что-то сделает, это совсем другое дело, чем когда этой веры нет. И когда вы молитесь без веры, то как вы можете ожидать, что на вашу молитву придет ответ, если вы даже не верите или сомневаетесь в том, что Кришна исполнит вашу просьбу? Или вы боитесь, а что, если он не сделает? А что, если просто сказать: «Кришна, вот что мне нужно. Мне нужна в этом твоя помощь». Представьте это в своем воображении так, как если бы это уже происходило сейчас. Верьте в то, что Кришна превратит это видение в реальность. Попробуйте. И если у вас это получится, я хотел бы услышать о ваших результатах. Hare Krishna.